Всем привет! Вы смотрите канал Юрганов Лайф, и у нас новый проект. Нам заехал сервис Peugeot 406 вот с таким поломанным задним бампером. Дело в том, что он сам уже зашкурил, треснул. У него треснул бампер заметно. Вот трещина и здесь. Сам он зашкурил, но при этом говорит: сделайте мне. Мы согласились сделать. А бампер сняли без вашего участия, а теперь собираемся его паять, клепать вот такой пластиночкой. Обычно эта пластиночка из строительного магазина для подвесных, кажется, потолков и направляющих крепления. Рассверлили, и сейчас на заклепочке мы все это приделаем. Дальше мы спаяем, зашпаклюем и покрасим. Итак, смотрите, как это будет дальше выглядеть. А для этого нам понадобится заклепочник, заклепки, шуруповерт со сверлом и паяльник, сеточка. Вырезать будем и впаивать. Итак, поехали.
Бампер мы заклепали на заклепке. Дальше мы спаяли, спаяли сеточку. И теперь нанесли шпатлевку по пластику, она мягенькая, и вышкуриваем под грунт. После этого, как вышкурим под грунт, мы загрунтуем и будем вышкуривать уже под покраску. Итак, смотрим дальше. Протираем бампер от пыли, грязи. И будем сейчас обклеивать перед грунтованием. Итак, смотрите дальше. Бампер отклеили маскировочной бумагой. Сейчас начнем грунтовать. Итак, смотрите. Грунтовать будем на 2-3 слоя серым грунтом. Итак, вперед. Грунт подсох, теперь наждачкой 320 вышкуриваем его, дальше будем губками и потом красить. Итак, смотрите, как дальше все происходит.
Бампер готов к покраске. Его вышкурили губками абразивными. Теперь обклеиваем маскировочной бумагой и будем красить. Красить будем переходом, то есть часть бампера. В частности, ту, которую мы подготовили, которую ремонтировали. Итак, смотрите дальше, как будет происходить процесс обклейки и покраски. Бампер подсох, теперь убираем маскировочную бумагу и дальше дадим ему время еще немножко подсохнуть, это будет ночь. И после этого полирнем переход, который у нас получился, и будем ставить на машину. Все, опять же смотрите, как все это будет происходить. Бампер покрасили, завачили. Оставляем его подсыхать, а после этого будем устанавливать на автомобиль. Итак, смотрите дальше, как все это будет происходить. А вот и автомобиль Peugeot 408, который клиент уже пригнал нам для того, чтобы мы устанавливали бампер. Бампер, который мы как раз сейчас и готовим. Вот место свободно под бампер Peugeot 408. Ждет своей очереди. Буквально, наверное, минут 30 и будем устанавливать. Итак, смотрите, как будет все это происходить. Канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Смотрите дальше. Thank you.
проект Peugeot 408 подошел к концу. Бампер установили на автомобиль, предварительно его отремонтировали. А здесь у нас была рваная рана. Мы ее заклеили, спаяли, стянули заклепочками. А частично покрасили бампер. Удалили переход. Отполировали. Заметно ничего не осталось. Все четко. Поэтому автомобиль будем отдавать сейчас заказчику, клиенту. При этом я вам говорю, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, оставляйте ваши комментарии и всем пока, удачи!